Ребята, привет! В общем, я тут такая вся на розовом погоняю, потому что у нас сегодня будет распаковка, и необычная. Я получила свои посылки. Это посылки с Тао от моей прекрасной Фисы. Она мне это все прислала. Это, кстати, только первая часть, будет еще вторая. Они будут не очень длинные, мы будем это все быстренько смотреть. Уже не помню, что там, поэтому мне будет, в принципе, так же интересно, как и вам, распаковывать и смотреть. Как вы понимаете, вот это достояние. Это у нас новый сундук от Flower Nose, на который, разумеется, будет распаковка, но не сегодня. Сегодня я его только покажу внешне, а потом ждите отдельное видео. Поэтому мы двигаем к себе вот эту большую коробку. Там много всего разного. Вот. Поэтому мы с вами медленно, но верно все это просматривать. Блин, это так прикольно выглядит. Вы бы знали, ребята. Когда к ней приходит просто целая коробка всего. Ну, сразу начну с вещей, которые я прям очень хотела. Точнее, это вещь одна моя, а вторая для Ланы. Лана, нам пришли наши стаканы. Знай. Они одинаковые, если что. Как вы понимаете, это Sailor Moon. А я просто безумный фанат. Я передумала распаковывать. Хотела сначала, а потом подумала, что... Как же вы тогда подпишетесь на мой ТикТок? Не распакую ее там. Я хитренькая. Так, дальше у нас, у-ля-ля-ля-ля. Во-первых, тут мои ногти. Офигеть. Так, тут какая-то масочка. Тоже Sailor Moon. Не знаю, что это. А, маска на глаза. Между прочим. У-у-у, что-то тут еще. Это музыкальная шкатулка, но это не тот размер. Не, она все равно хорошенькая, но значит мне придется заказывать еще большую версию из этого. Погнали дальше. Я фиг знает, что вот в этих коробках. Заказывала какие-то ящики. Так, также у нас здесь два набора моих кукол. Опять же, это все фигурки, поэтому это все распаковывается на тикитаках. Так что на тикитаках их и ждите. Эти вот полочки, я все еще не понимаю, что это. У меня такое ощущение, что это не мое, я это не заказывала. Ну, потом я посмотрю, что это, разберусь. Это подвеска, причем из настоящего серебра, и выглядит она просто роскошно. Ну, он очень красивый, не знаю, будет ли вам видно. Очень красиво сделанный. Ой, настолько. Так, это, скорее всего, мой набор. Да, для компьютера. В общем, это подушка для руки, подушка для двух рук, чтобы клавиатуре писать, и, похоже, коврик. Но коврик я, кстати, не собиралась брать. Ну, в смысле, я его там не выбирала. Я хочу себе там заказать один коврик. Похоже, это шло в подарок. Он, кстати, очень красивый. Розовый. Это, кстати, вот эти все штуки, они сделаны как вот эти вот игрушки антистресс. Очень мягкие, которые... и жмутся очень приятно. Вот они все такие. И выглядит зачетно. У меня тоже клавиатура, кстати, сделана градиентом. Поэтому я увидела, решила, что мне очень подойдет. И под руку так вот. На мышку. Оп! И как геймер я бы 100 рублей. Я, кстати, наверное, поняла, что это. В каких-то из этих фигурок, похоже, идут... сразу подставки. Ну, потому что по-другому я не знаю, что это может быть еще. Еще открывается, супер удобно. Кайф. Также я заказала себе вот такую сумку. Я уже не помню, что там за сумка. Первый заказ, в отличие от второго, делала вообще неосознанно. Я просто выбирала все подряд. Потому что основная как бы история заказа была вот эта. А все остальное я просто решила, что мне надо добрать срочно. Она джинсовая. Ой, я не буду пока вам ее поворачивать. Я сначала ручку найду. Как
покажу. В общем, она вот так сзади, а спереди вот такой вот просто невероятной красоты узор сердца с камнями. Ну, собственно, я, наверное, ее и заказала, потому что она так переливалась на фотографии. Но вживую, кстати, не могу сказать, что она прям из хороших камней, но при этом я могу отметить, что сделана она, кстати, очень хорошо. Для 1000 рублей. У нее даже подклад супер классный сделан. Показываем вам. Ой, какой же он тяжелый. Вот это добро. Сильно показывать вам не буду. Я его просто открою, просто покажу. Вы просто посмотрели на это роскошество, потому что он реально невероятно красивый. Это, наверное, из сундуков именно. В плане самих сундуков. Самый красивый сундук. Ой-ой-ой-ой-ой. Flower nose, не flower nose. Если что-нибудь да не отвалится. Ну, конечно, уже ножка отвалилась там. У меня сломалась ножка. Ну, ей прям плохо, короче. Они сделали ножки в сундуке, который весит, чтобы понимали, тон из пластика. Ой, ну он сам очень красивый. Ну, видите, что происходит? Вон они уже все шатаются. Ай-яй-яй-яй-яй. Ничего себе, у меня тут еще и зеркало какое-то коцанное. Блин, может, мне какой-то косячный вариант продали? Ну, сейчас обидно, конечно, друзья. И тут, я так понимаю, не все продукты, возможно. Потому что мне Майфиса сказала, что, возможно, что-то еще дойдет. Придется заказывать свой сундук отдельно. А вот непонятно, закажу его себе, он точно придет ли целый. Ну, вот эта вот полка верхняя, зачетная очень. Ой, она еще тут со всякими жемчугами, посмотрите, а. В общем, буду думать и грустить на эту тему. На этом первая часть все. Вторая часть, думаю, будет сразу после этой. Если, конечно, я не придумаю, как починить его и, собственно, успею его снять. Спасибо, что посмотрели. До скорых встреч.